Всем здарова, народ! На связи Митрошник Иванович. В этом видео я покажу метрополитен своего города, то есть Нижнего Новгорода. Но перед этим подпишитесь и поставьте лайк. А я приступаю к обзору. Первая станция называется Буревестник. Является конечной на Сурмо-Мещерской линии в сторону Сурмовского района. Эту станцию где-то в 2000-х годах, точно не помню. До этого являлась конечная станция Бурнаковская, которую я сейчас строю. Эту станцию я максимально пытался детализированно сделать, и надеюсь, так и получилось. Потому что я для себя поставил челлендж не пользоваться интернетом во время строительства станции метро. Эту карту я построил под МТ-пак, потому что я думаю, надо уже пора немного отдохнуть от МТ. Лично я устал. Но тем временем мы переходим к концу видеоролика. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вот этому челу за пиар на его дискорд-сервере. Ссылку на его дискорд-сервер я оставлю в описании. Насчет слива, я солью на 160 подписчиков, и когда я ее дострою. А на самом Мещерской линии всего 5 станций, я думаю, что успею. Еще раз спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, до новых встреч.